Я пробрался ближе к набережной, или я всего лишь только так думаю? Посмотрим сейчас. Похоже, да. Тут очень красивые здания. Красотища. Вот здесь туристический автобус. Thank you.
Самарский государственный институт культуры. Чапаев. Еще посмотреть сверху, какой вид. Теплоходы ходят по Волге. Репетиция проходит.
прошел вокруг площади, сейчас пойду вниз. Сирень только цветет, у нас уже, наверное, давно отцвела. Как и тюльпаны, у нас уже давно их нет. Такое название есть во многих городах, в том числе в Ростове. И там и вода минеральная, и Вятская есть. В общем, опять меня проверяли, что там да как, и всех остальных.
Вот такой извилистый рельеф. Общественные пространства. Здесь зачем-то перегородили. Так, вот она наконец-то набережная. Как написано, Самарская набережная.
остаточное движение воздушных масс, ветра, ветра. Между прочим, это и есть прикольное, в этом весь сок, что есть и обычная набережная, и пляж.
Вот реально, я расстроюсь, если и завтра будут кругом эти рамки, проверки. Это отнимает кучу времени. Еще и все это. Уже мне показалось, что телефон забыл. Главное, привлекают к этому это, людей молодых. Соглашаются на такое. Вашингтон, 1955, ВКА, 2014. Центр строительства и ремонта. Самарская набережная. Вы здесь. Я здесь.
еще сегодня замечательный денек. Несмотря на такой штормовой ветер. Хотя до штормового воздуха стоит далеко, но он леденючий, зараза.